Продолжаем выпуск. Национальное радио Чувашии готовится к первой серьезной дате. В апреле ему исполнится 5 лет. За это время удалось сделать очень много. Радио вещает круглосуточно в FM-диапазоне, УКВ и в проводном вещании. Разработана и реализуется четкая программная политика. Сформирован творческий коллектив. Что нового у коллег, узнавала Елена Гальперина. Подготовка к дню рождения идет полным ходом. Сотрудники национального радио в буквальном смысле отправились в народ, чтобы поближе познакомиться со своим слушателем. Они планируют объехать все районы Чувашии и создать целый цикл программ. Радищики уже побывали в нескольких районах, встретились с интересными людьми, узнали, как живут дети в приемных семьях, как коротают вечера народные умельцы. О том, что среди слушателей национального радио немало мастеров, нетрудно догадаться, едва попав в редакцию. В знак благодарности сюда присылают и вот такие уютные подарки. Но больше всего приходит нематериальных презентов. В канун пятилетия национальное радио объявило конкурс на лучший текст для корпоративного гимна. Всего за месяц пришло около 500 писем, то есть около 500 стихотворных текстов. И до сих пор продолжают приходить, хотя прием конкурсных материалов уже завершился. Теперь дружный коллектив ломает головы, как выбрать из множества хороших одно лучшее. Будет один только победитель. Мы выберем только один текст для гимна. Но сейчас, чтобы не было остальным обидно, мы запускаем в эфир новую передачу, составленную из писем наших радиослушателей. Будем зачитывать эти письма, эти стихотворения голосами наших артистов. Перебирая письма, начальник продюсерского центра радиовещания Олег Прокопьев не устает восхищаться талантами жителей Чувашии. Манч вашьенем эскуле неме пахмасар чачеклень, итледе наци радионе хакларчак пурныш илемне. Итлерде наци радионе хакларчак пурныш илемне. После того, как авторитетное жюри, в которое войдут не только сотрудники национального радио, но и поэты, писатели, выберет лучший текст, его переложат на музыку и запишут в профессиональном исполнении. Полностью оформленный гимн прозвучит в день, когда будет отмечаться 5-летие национального радио Чувашии. Сначала со сцены, а потом и в эфире. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.